В Благовещенске состоялся первый международный фестиваль современной детской и юношеской песни «Детство на Амуре». Его автором стал известный композитор Григорий Гладков. По его мнению, каждый третий участник смог бы выступить на конкурсе детского Евровидения. Так, среди 40 детей Замурской области, Хабаровской провинции и Халунцзян выбрали победителей в трех номинациях – ансамбль, эстрадный вокал соло и эстрадный вокал дуэт и трио. Единственный мальчик Валентин Шелковкин, который пел в младшей группе, получил специальный приз, а гран-при фестиваля завоевала Алика Оганесян. Первый областной канал вел прямую трансляцию из зала ОКЦ, где накануне прошел гала-концерт. Наш корреспондент выбрала самые интересные выступления. На стене тень свечи.